Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о новом сериале под названием «Адмирал Кузнецов». Это военный биографический сериал. Сегодня поговорим про первую серию. Друзья, мы не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывать, колокольчик нажимайте, пишите, ребят, свое мнение в комментариях насчет данного сериала. Итак, что же там у нас было интересного в первой серии? Значит, все указывает на то, что немцы вот-вот начнут войну против СССР. Но руководство страны отрицает факты, предоставленные разведкой. Нарком ВМФ Николай Кузнецов понимает, что в случае нападения все корабли, собранные в портах, немецкая авиация уничтожит за считанные часы. Чтобы спасти флот, Кузнецову придется нарушить приказ самого Виссарионовича Сталина. Но самоуправство может обернуться бедой не только для него, его подчиненных, но и для его семьи, жены Веры и маленького сына Коленьки. Как же он поступит? Он поступает так, что нарушает этот приказ, действует по своему усмотрению, его поддерживает вся его команда, скажем так, приближенных офицеров. И они действуют, в общем-то, правильно, потому что все остальные рода войск, они потерпели очень серьезные потери, больше десятка тысяч погибших, представляете, больше десятка тысяч погибших в первый же день, вернее, после первого дня. И это, конечно, феноменально много, а при всем при этом, на фоне, как бы, всех вот этих остальных потерь, у него ни одно, собственно, судно не пострадало. Ни один человек не пострадал, все живы, здоровы, все как бы нормально. Потому что они были готовы к атаке и ее отразили. Как раз таки немецкие самолеты, они были не готовы к такому отпору со стороны, соответственно, Черноморского флота, ну, в основном, да, и в целом флота. И, соответственно, потерпели, скажем так, не прям поражение, конечно, но очень сильные потери потерпели они. Вот, плюс они также обесточили город Севастополь, что как бы очень сильно усложнило навигацию, потому что в 41-м году, в июне 41-го года не было каких-то приборов, которые сейчас есть, там всякие, не знаю, тепловизоры и, там, и так далее, приборы ночного видения, вот это все, чтобы как-то понять, ну и в целом не было там GPS, там навигации, чтобы понять, где они вообще находятся, какой ориентир. Там был зажжен маяк, но маяк был зажжен, судя по всему, какими-то диверсантами, разведчиками, чтобы можно было, соответственно, направить, был какой-то ориентир, чтобы можно было понимать, куда они летят, где цель и так далее. Вот, но этот все-таки маяк вовремя, ну почти вовремя, все-таки затушили. Вот, но пострадал все-таки человек. Ну, по сути, смотритель маяка, вернее, отец одного из офицеров. Вот, сериал, что могу сказать? Ну, некоторые моменты довольно скучные были, честно говоря, откровенно. Я прям перематывал там какие-то речи, какие-то празднования свадьбы, вернее, 35 лет со дня свадьбы. Как раз-таки вот этих вот родителей этого офицера. Это было скучно, я это все перемотал, потому что, ну, блин, я не для этого как бы стал смотреть сериал. Вот, какие-то моменты там тоже были, какие-то беседы за чаепитием, за самоваром. Ну, тоже что-то не особо это интересно, вот прям, ну, это, ну, лично мне, ребят, было интересно, я эти моменты перематывал. Но то, как поступал дерзко, решительно, вопреки приказу Сталина, как раз таки Кузнецов, это было довольно интересно, и в целом, как они отражали этот напор, это было интересно. И вот концовка первой серии мне показалась, ну, такой, знаете, интересной, с желанием продолжить смотреть этот сериал. Поэтому первую серию, друзья мои, я оценю, пожалуй, в 6 баллов из 10. Это неплохая оценка, потому что некоторые моменты реально мне пришлось перематывать, потому что они были, откровенно говоря, супер скучными. То есть он такой неровный сериал, то есть некоторые моменты прям более-менее интересные, вовлекающие. Концовка хорошая была, она интересна, хочется продолжить смотреть сериал. А вот некоторые там моменты, ну, там плюс-минус в начале, там где-то еще, то есть были довольно-таки скучными. Но, друзья мои, если вам интересна эта тема, биографическая, военная, ну, я имею в виду в плане сериалов, там, фильмов, художественные все эти такие штуки, фильмы и сериалы, то вполне себе можно, по крайней мере, посмотреть
первую серию. Вот, также, друзья мои, конечно же, подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылочки есть в описании. Это очень важно, потому что там мы также публикуем топ-информацию по поводу фильмов и сериалов в описании, там под роликами можете находить. Так что, ребята, это очень важно, пожалуйста, подпишитесь. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там можете зайти на наш закрепленный пост, там есть очень интересная информация по поводу всех вот фильмов и сериалов, которые мы когда-либо говорили, обсуждали. Вот, так что подписывайтесь обязательно. Что еще, друзья мои? Конечно же, вы также можете, пожалуйста, нас поддержать по ссылкам в описании финансово. Донаты можете отправить. Вот, также можете, ребят, оформить спонсорскую подписку на наш канал. Буду вам за это очень благодарен. Жду ваше мнение в комментариях насчет данного сериала. Какие вообще сериалы, фильмы посмотреть стоит? Пожалуйста, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Спасибо.
Thank you.
Mm-hmm.